Началось благоустройство города Атырау. Учебно-производственное предприятие Казанского общества глухих в этом году к работе приступило с апреля месяца. Сейчас в благоустройстве областного центра задействовано 70 человек. В Атырауской области насчитывается 705 человек с нарушением слуха. Их трудоустройство всегда являлось актуальным вопросом. Но все же сейчас именно эти лица с ограниченными возможностями принимают участие в работах по благоустройству улиц города. Они работают с 8 утра до 17 часов вечера. Одна из них – Светлана Цой, которая является инвалидом второй группы. Кто не принимает работать? Это все отделенно работает. Главное – дед на клепе работает. Но зарабатывает нормально. Но против жара, тяжело. Но ничего не важно. Там главное – дед. Акуаныш Кариманов – инвалид третьей группы. В связи с состоянием здоровья нигде не работал. Теперь он очень рад тому, что принимает участие в озеленении родного края. Другие фирмы работаем, мы дали резюме, не дали мне. Потому что я слабо встречен, никто не берет, не брали меня работы. Сейчас я пошел как инвалид. Меня брали, Али Кадырова, спасибо за все, мне дали работу. Кормили семью, все вечно. Все, спасибо. В этом году мы по улице Асатпаева, Азаттык, потом Алиева посадили 4200 саженцев. В данный момент мы все ухаживаем, поливаем, удобрения даем. Ну, у нас сейчас набор идет инвалидов, мы набираем на работу. У нас сейчас около 70 человек работает. Отметим, что уже сейчас лицами с ограниченными возможностями высажено на улицах города более 4000 саженцев. Эдуард Михель, Эльвира Рахымжанкызы, Талгат Куанышев, служба новостей.